Всем привет, ребят. Ну что, давайте вернемся к нашим расхождениям любимым. Хотя я хочу сказать по поводу этого, конечно же, между делом пару слов. Так, ну поехали по расхождению. В общем, рыбаки сегодня у нас тут атаковали. Пришел на вахту полчаса назад. Тут поля рыбаков были просто. Вот они здесь. Идем в Амстердам. 12 дня приходим. Через 11 часов космической станции Аймуйден. Вот. Суплайер тут у нас справа, блин. В общем, он пересек. Сейчас он, блядь, изменил курс. Волочится. Каким он курсом волочится? 238 у него курс. 238. Поехал он куда-то туда, да? У нас курс 210. То есть сейчас у меня еще судно рыбацкое прет, просто прет на пролом, блядь. У него скорость 11,4, уверенно так идет и хочет мне, блядь, по носу прошерстить в трех кабельтовых. Что я могу сказать? Прошерстит, конечно же, прошерстит, никуда он не денется. Скорее всего, придется мне подвернуть, еще больше взять вправо. Ну вот видим, что он тут маневрировать начинает, уже влево чуть подворачивать. То есть идет на столкновение со мной. И это рыбаки. И с ними сложно очень, ребят, бороться. Поэтому все на сопровождение берем. Смотрим, что происходит у нас. Визуально наблюдаем. Полным-полно огней. Вот, так, что хотел обсудить, ребят. Вот вы мне напишите комментарии, кто уже по моим видео продвинулся, возможно, да, там, ну не то, что продвинулся, кто-то когда-то смотрел, и сейчас вот время прошло, продвинули вас в третьи помощники, и вам реально легче или нет? Пишите просто комментарии под видео. Делаю я вот эти видео чисто от себя, от души, для вас. Но не уверен, что это помогает на 100%. Мое мнение, это максимум может 5-10% от того, что вы можете получить на самом мостике. Вот в чем дело. На мостике намного все реальней. И страхи, которые у вас в первое время могут быть по расхождениям, они, конечно же, пройдут только здесь. Мои видео не помогут. Но вы пишите и скажите, как оно. Я-то, может быть, как бы вселяю вам уверенность, но когда вы встанете на мост, окажетесь одни, все поменяется внезапно. Ладно, это все лирика. Давайте сейчас решать расхождение. Держим пока курс у нас 210. У рыбака курс у него 72. Вот. Ну, поглядим сейчас, как он будет дальше действовать. Пока в 3 кабельтовых, 3,5 по носу проходит. У меня просто здесь справа еще это суплайер. Ну, как нас учили, ребята, расхождение 12 минут, надо делать маневр. Мы сейчас сделаем маневр вправо на 10 градусов. Справа у нас этот все равно идет курсом 239. То есть нам можно вертеть до 220 градусов и посмотрим, сколько будет сейчас у нас расхождение с ним получаться. Вот уже почти 6 кабельтовых у нас получается расхождение. Смотрим в бинокль, ребят, не забываем. Также открываем крыло, правое желательно, да, потому что стекла они все равно отражают. То есть вышли, посмотрели, как, что вокруг в реальности, взяли бинокль, и уже чистый горизонт просматривается, да и визуально хорошо все видно. Все суда, которые идут, всех видны огни, их ракурс. Вот. Поэтому не забываем про это. Все, я уже визуально этого рыбака просматриваю впереди. Камера, к сожалению, толком не передаст. Вот посередине огонек, который вы видите, там периодически появляется. Это вот как раз наш рыбачок. Хорошие новости, ребят. Новость номер один.
общем, заказал себе все-таки GoPro 8. Скоро контент будет более качественный, в том числе и в ТикТоке. Будет возможность, буду монтировать что-то интересное, в том числе какие-то выходы в город и так далее. Думаю, будет интересно всем. Ну, правда, новость поступила не так давно, да, в новостях. То, что ТикТок американцы прикрывают. И не знаю там насчет, как вообще во всем мире он будет сейчас работать. Не знаю, единственная платформа, которая действительно, по моему мнению, очень полезна для начинающих блогеров. Вот, то есть ничто не зависит тут от именно вложений средств финансовых. То есть если ты интересен, тебя смотрят, подписываются. Вот. Поэтому очень жаль будет, если, конечно, закроют эту платформу. Уже как бы будет не то. Но будем надеяться на лучшее. Новость номер вторая, ребята. Почему у меня будет сейчас видосов меньше именно по расхождению? Загружать я буду намного меньше. Ну, ближайшие 2-3 недели точно. В общем, наконец-то свершилось. В общем, с 9 числа я официально старпом. Уже летит второй помощник. Старпом улетает. Я остаюсь в новой должности. И что я могу сказать, ребят? Стоило это, конечно, мне, ну, 14 лет, чтобы дойти. Мне сейчас еще надо начать работать качественно, без косяков. Все, что я взял со всех старпомов, с этого, с предыдущего судна, все эти знания мне, конечно же, пригодятся. Все, что необходимо, законспектировано. Ну, конечно, основная информация в голове должна быть. Формулы и так далее. Считать понимание, как выходить на правильную осадку, вот, балласты и так далее. По бумагам тоже есть моментов много. Вот, поэтому, ребят, не обессудьте, но, наверное, пока видео будет не так часто выходить, вот, никуда от этого не деться. И хотел бы посоветовать вам, ребят, не ленитесь никогда. Ну, блин, надо по-любому будет попотеть, чтобы в любую должность продвигаться, нужно работать над собой, над своей ленью особенно. Лишний раз фильм не посмотрите, музыку в плеере не послушайте. Но тренироваться, кстати, надо тренироваться. Тренировка помогает очень хорошо, потому что умственное напряжение снимается тренировками. Тренировки помогают думать. Они снимают, и мозг снова как бы перезагружается. Если, конечно же, вы еще поспите, выспитесь хорошенько, только в пользу вам пойдет. Поэтому обязательно не забывайте про это. Тогда все у вас получится. Вот. А лень, она самая главная проблема. Боритесь с ней. Мотивируйте себя. Смотрите, может, не знаю, на других людей, как они работают. Да? И самое главное, не спорьте лишний раз. Ни в коем случае не деритесь. На флоте бывают такие моменты и провокаторы, которые могут вас вниз потянуть. И ни в коем случае не ведитесь на тех людей, которые пытаются именно вас соблазнить, там, бухнуть и так далее. Имейте свою точку зрения. Вот. И двигайтесь к своей цели. Все, ребят. На этом мои советы заканчиваются. Видео по расхождению возвращаемся. В общем, все идем, так и идем. Этот держит 241 по траверзу, позади у нас идет суплайер, сбавил ход. Сейчас у него 5 узлов. Этот проходит, не буду его на радаре цеплять, этот проходит 8-кабельтовых по носу. Надо этого можно уже снять, в принципе, так понятно. Я его вижу, трейс. Ну, сейчас в Relative Motion, поэтому, ну, вообще цели нет как бы зацеплять, и так понятно. У меня стоит также дистанция, да, выставлена 1 миля. Так видно, как пресекает. То есть как раз где-то режет, да, на 8-кабельтовых. Вот, по факту, ну, чуть поменьше. И еще хочу снова повториться. Кто-то мне писал там по расхождению, там, где-то что-то я там опять сказал. Ребят, ну, нужно приводить примеры людские. Еще раз повторюсь, я уже много раз об этом говорил. Люди – самый лучший пример для вас. Не делайте вот какие-то моменты, я говорю, если… Я не в обиду этому человеку, там, да, я просто привожу пример. Вы его никогда не увидите, он никогда об этом и не узнает. Но мы все друг друга обсуждаем. Но я не хочу как бы ничего плохого именно человеку сделать. Я просто, моя цель – пример привести. Мне не важен как бы сам обидеть этого человека, как-то задеть.
Просто пример, как не должно быть. Все. То есть я уважаю там и капитанов, и там со Старповым работаем. У нас отличная вообще взаимосвязь, так скажем, на палубе, да. Вот. Никогда плохого ничего не имею, вообще никаких вопросов. Вот. Но бывают некоторые люди, которые вот действительно требуют внимания со стороны начальства, да, на судне. Начальство злится, их ругает, но бесполезно, ничего не помогает. А если вы будете молчать, ничего не говорить, примеры не приводить, да? Ну, блин, ребят, что получится-то? Получится ерунда полная. Так, мне надо уже на курс потихоньку сейчас возвращаться. Сейчас с этим разойдемся, дятлом. Надо еще в бинокль посмотреть. Визуально я вижу цель. А на радаре ее нет. Ну да, нет, потому что далеко. Это я уже парю. Да, вышки просматриваются. Хорошо видно. Вот по центру вот эта вышка нефтяная. Как-то так. В общем, ребят, много наговорил. Сейчас, блин, трафика, конечно, уйдет нашего судового. Но я думаю, это видео будет вам в чем-то полезно. Может, кого-то смотивирует реально, да? Будете уже более целеустремленны и понимать, что нужно делать на судне. На судне первое – не бухать, не драться, выполнять то, что вам говорят, и не лениться. Вот, блин, 4 правила целых я сразу же выполнил. Это основное, ребят. Все. Ну все, пока всем. С этим мы расходимся уже. В 7 кабельных. Он у меня слева где-то 30 градусов. Видим, что проходит. Никуда он не денется, так и проедет. Все, ребят, всем успехов.